üdvözlöm itt a színházunkban. Jól tudom, akkor még nem volt alkalma arra, hogy magyar színészekkel együtt dolgozzon, de nagyon sok nemzetközi előadást már levezényelt. Hogy érzi itt magát nálunk, és milyen a próba folyamat a magyar színészekkel? Я никогда не работал в Венгрии с вашими актерами. Я работал в очень многих других странах, в Англии, в Якутии, в России, в Литве, в Польше, в Сербии. И я впервые у вас и очень доволен. Мне очень интересно работать. Потому что, мне кажется, это немножко, у вас немножко другая школа, к которой я привык. И, может быть, для вас это тоже что-то новое, но для меня это новое, и всегда в этом есть интерес. Я себя чувствую очень хорошо в городе Вац. Во-первых, я не впервые в городе. Я был на фестивале в жюри, я был со спектаклем с нашим театром, когда мы привозили «Вишневый сад». Мне очень нравится этот маленький старинный город. Мне кажется, что за все свое время, моих 60 с чем-то лет, я такого тихого города не встречал. Хотя я был в очень многих городах мира, это где-то, я не знаю, это 48 стран, а городов ООО, но такой тихий Вац, особенно вечером, утром, спокойный, а еще в это время, при такой погоде, которую нам Бог подарил, просто великолепно. Köszönöm szépen. És ugye, hogy ide látogatott a rendező Vácra, önök pedig látogassanak egyre Váci Dunakanyar Színházba az előadásra. Itt találkozunk egy különleges világban. Köszönöm szépen!